Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 26 серпня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Будемо нашу розмову розпочинати з сьогоднішньої атаки Російської Федерації на мирні міста України, а також об'єкти енергетичної інфраструктури. Є повідомлення про те, що вдарили росіяни по Київській ГЕС у Вишгороді. Щодо греблі загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати із Херсонщиною не варто. Там був підрив зсередини. Зокрема, таким чином прокоментували ось цю атаку у центрі протидії дезінформації. В цьому відомо, що ворог випустив більше сотні ракет та майже 100 шахедів. І горіче, це була така масована комбінована атака. Романе Григоровичу, але ж якщо ви неодноразово, до речі, про це попереджували у наших з вами спільних ефірах, говорили про те, що потрібно бути обережними, але якщо вдарили, дивіться, ось по греблі один раз, тобто чи означає це, що не можна виключати повторного нанесення ударів з вашої точки зору? Можна говорити про те, що це була така розвідка боєм чи ні? Ну, это может быть просто одна из такого дуплетной, или вот тоже, вот эта волна сегодняшняя, одна из дуплетной или даже триплетной атаки. Они могли готовить несколько недель. А атаку, я не обязательно говорю, что она будет, но исходя вот из атаки дуплетной, помните, были две волны на Новый год. То есть они сразу готовили дуплетную атаку, отработали. Одна волна прошла, там сотни ракет, вторая волна может зайти, и третья волна может зайти. То есть не исключая такой возможности, они накопили за полгода достаточное количество ракет, и сейчас могут сотни три, как с барского плеча, так сказать, бросить на этот вопрос, выполнять эту задачу. Не считая уже шахедов. Шахеды здесь уже сотнями могут считаться, не десятками, а сотнями. У них достаточное количество произведенных, потому может быть и то предупреждение, которое мы с вами прошлую неделю озвучивали, оно растянется еще и на эту неделю, в том числе надо быть предельно осторожным. Вот, причем именно сегодняшнюю ночью и завтрашнюю ночью в том числе. А дальше, если не было подготовлено, так сказать, дуплетное или триплетное, то дальше где-то через 5-7 дней они могут повторить еще одну атаку после снятия информации по попаданию, ну то есть по поражениям объектов, разложат наш алгоритм действий нашей ПВО, то есть это целый процесс, и он где-то к следующим выходным может только закончиться, вот, может быть опять либо на пятницу, либо там на понедельник, опять, если будет стоять задача, это же россияне, их можно с одной стороны просчитать, то, что они должны были там на 24-е, они же не могут где-то кучу не наложить соседу, они по-другому, это у них внутри, глубоко внутри, в генах, еще с юрт, наверное, не хочу никого обидеть в этом смысле, но оттуда. Потому это, с этой проблемой, когда их, они просчитываемы в этом смысле, потому когда предупреждали, что лучше куда-то уйти, потому что даже правило двух стен может не помочь, как раз мы об этом и говорили, о Х-22-х, Ту-22М3 поднимались 6 штук, Х-22, она слаживает не только две, она все четыре стены сложит, там тонна взрывчатки. Естественно, ракетные атаки, это тоже надо уходить на первые этажи или уходить под землю, имеется в виду бомбоубежище, вот такие уже серьезные. Потому уже увидели, поняли, кстати, с точки зрения потерь, у нас вот практически две сотни шло летательных аппаратов, у нас небольшие потери, хотя у нас, конечно, каждая жизнь для нас это на весь золото. Несколько человек мы потеряли все-таки в результате этой атаки. Но, тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Потому мы, естественно, всех предупреждали, значит вооружили, и надо просто это предупреждение еще как минимум недельку вот так побыть в таком напряжении. Те, що вони були по об'єктах енергетичної інфраструктури, тут можна говорити про що? Про те, що хочуть, ну, спробують, так, довести ситуацію до повного блекауту чи ні? Тому що, зокрема, і в Молдові навіть були перебої в енергосистемі через ось цю атаку. Ну, у нас зав'язка йде по нескольким направленням, з Молдови, в тому числі, там, з Венгрії є, зі Словакії, з Польщі, тобто, а, звісно, коли обща система отрабатывает, вона... У них есть определенный алгоритм переключений, переброски мощностей. И если где-то ломается в схеме, то, естественно, это бьет в том числе и по участникам этой схемы.
потому и Молдова отыграла в этом смысле. Есть еще автоматика, которая сама отыгрывает по некоторым там по частоте, по мощности. Но выровняется схема. Задача у них, да, у них основная задача стояла энергосистема, ну а других задач такие не могут. Мы тоже с вами проговаривали. Аэродромы, по аэродромам они пытались достать, по-моему, К-22 по аэродромам и по энергосистеме высокоточными ракетами. Почему? Потому что ну, К-22 там по энергосистеме сложно куда-то попасть. Это такая с большим круговым вариантным отклонением ракеты. А вот высокоточными ракетами, теми же калибрами, Х-101, они пытались добраться до и кинжалы, и искандеры. Ну, в течение суток, я думаю, эти сотню ракет разложат по категориям. Я думаю, все были использованы, все ракеты, которые у них есть. Пытались добраться до нашей энергосистемы. Добрались до некоторых систем перераспределения, генерации. Вопреки, вернее, тем заявлениям, которые мы постоянно слышали в течение полугода, что там миллиарды выделены на оборону, на прикрытие систем энергораспределения детьми. Не, миллиарды выделены. Вопрос, кто их себе наарахамил. Вот сейчас очень большой вопрос возникает. А кто наарахамил те миллиарды, которые были выделены для укрытия системы перераспределения? Кто-нибудь из прокуроров, то лучше бы, конечно, военный прокурор. Военное время сейчас. Военный прокурор бы нашел этих арахамий, которые себе натыкали бабки по карманам, поставил бы пенки и расстрелял бы. Но для этого надо, конечно, ввести еще в уголовное производство расстрел как механизм наказания. Вот так, это надо все так делать. По-другому никак. Пока мы их расстреливать не начнем, как в Китае. Воровали, воруют, воровали и воровать будут. Потому оптимальный вариант в воєнне время ставить. А ту кількість, яку запустили росіяни сьогодні, шахедів та ракет, це якраз про накопичення? Да нет, это стандартный, ну, в принципе, ну, шо, допустим, сотня шахедов. Да это вообще не проблема для России. У них, если они в сутки производят в районе 3 десятков, ну что, это сотни, это для них 3 дня работы. Ну, естественно, если они там несколько недель не работали такими суммами, для них это накопление, это небольшая проблема. У них проблема сейчас где-то все накапливать, потому что туда иногда наши беспилотники или ракеты заходят. Это да. То есть вот это проблема, а не производство. Режим, проблемы по производству они уже прошли, когда поставили заводы и когда на них начал напрямую работать Китай. Что такое шахет? Это подсолнух 200, это даже не иранский шахет, ну, естественно, не Герань российская. Это подсолнух 200 китайский аппарат, который потом скопипастили себе и произвели те же иранцы, а теперь еще и россияне. Ну, получали они от китайцев узлы агрегаты этого подсолнуха 200-го китайского, называя его Геранью, так они его и получают. Ракеты по ракетам та же картина. Они где-то полгода толком ракеты не использовали, потому они их производили в месяц больше сотни. У них сейчас больше 1000 ракет. Для них это тоже не проблема. Проблема в их поднять, то есть в носителях. Вот подняли они 11 Ту-95, допустим, в воздух. Ну вот могли они там сбросить, ну если максимально Ту-95, может один сбросить, 12 ракет Х-555 с барабана. И 8 ракет, если это МС-3. 8 ракет с крыла Х-101. Ну опять, они сейчас полностью не нагружают самолет, они уже разваливаются. Старые дедушки, старше меня, наверное, то есть они уже разваливаются, потому несут какую-то половинную нагрузку. Носителей тоже немного. Ту-22 они поднимали 6 штук. Ну вот каждый Ту-22 по 2 ракеты Х-22 может бросить. Все, он больше не возьмет. Это при перегоне он может третью ракету брать, но она пустая. То есть в МиГ-31 тоже ж немного осталось, особенно после ударов. Мне теперь понятно, почему мы били. Ну, то есть наши спецслужбы работали по аэродромам. Мы сколько с вами проговаривали, мы несколько аэродромов накрыли. Энгельс, Савослейку, Оленью, Балтимор, потом Борисоглебский аэродром. То есть несколько аэродромов, и Ростовский аэродром, и Морозовск, да, это Ростовский аэродром, и Курский в том числе. Балтимор это Воронежский аэродром, да, Халина под Курском. То есть было накрытие специально, то есть пытались нащупать, вот не добрались до Кавказа, там тоже у них аэродром, Ту-22 М3 стоит.
туда не добрались. А реально, конечно, были удары по аэродромам для того, чтобы вывести из строя часть самолетов или систему подготовки. Кстати, произошло, скорее всего, потому что ракет могло быть больше. Но вот те носители, которых у них есть, они могут больше сотни ракет нарисовать сразу, сходу. Почему я говорю о том, что и повторная атака может быть, и третья атака может быть. То есть все зависит от того, до какой степени россияне подготовили вот этот каскад атак. Видання «Le Monde» писало про те, що Україна та Російська Федерація провели перемовини при посередництві Катара у Дохі на початку серпня та домовилися не наносити більше удари по енергетичній інфраструктурі. Але Російська Федерація розірвала цю домовленість через Курськ. Міністр енергетики Галущенко прокоментував цю ситуацію і спростував всі ці дані, сказавши, що Україна не веде переговорів з терористами, а розмов через посередників також не проводились. При цьому він говорив, що на рівні формули миру говорили про відновлення енергосистеми із партнерами, а не про атаки. Роман Григорович, так тоді можна який висновок зробити, що Російська Федерація тоді замовляє такого роду статті у західній пресі? Ну, якщо відірватися від статті як такової і взагалі не бачити, допустимо, цю публікацію, а от ми скільки з вами говоримо про те, що перестали бити по російській енергоструктурі. Не по генерации, энергогенерации, не по энергораспределению, не по нефтеперерабатывающим заводам. За НПЗ я сколько говорю? Несколько недель. Ну вот просто так это ж не происходит. Работаем, работаем, работаем. Ну то раз, как бабка пошептала. Помните, мы про бабку говорили? Эта бабка могла сидеть и в Белом доме, а могла и в Киеве сидеть, и в Москве, и в Дохе, чи в Дохе, как там правильно эту столицу называют. То есть где-то эта бабка посидела, естественно, пошептала, и прекратились удары по российской энергоструктуре, естественно, прекратились удары и по нашей в том числе. И потому возник вопрос, а что это было? А дальше уже можно инсинуации набрасывать какие угодно, там прямые переговоры. Переговоры через поцелуй, через платочек, через третью там какого-то контрацептива, это же мы тоже сколько проговаривали, то есть это же та же самая, те же продукты по 17 гривен только в профиль, да, то есть это то же самое, но это все производило, то есть происходило однозначно, потому что не работает, у нас до сих пор не работает, там вот взрыв в Омске, ну это скорее что-то технологическое, или наши друзья казахи старались. Омский самый мощный НПЗ. Сегодня там взрыв на одном из технологических процессов произошел. Там 20 миллионов тонн по году перерабатывает нефти. То есть до сих пор не бьем. И не били, по крайней мере. Я думаю, сейчас уже, наверное, ну, эту бабку, кто там ей бы, наверное, голову отвернул бы, уже, может, похоронили бы эту бабку, и дальше начнем работать по российской энергоструктуре. Дело в том, что они у нас уничтожили все НПЗ. У нас нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, который производит топливо. Они все их сожгли. Так вот, а мы их не жьем. Почему-то какие-то договорники идут. Наши, как всегда, работают наши канцелярские крысы, которые договариваются с этими по этим процессам, прикрывая российские НПЗ. Они же этим прикрывают. Не наши НПЗ прикрывают, у нас их нет уже. Ни одного работающего. Они российские НПЗ прикрывают. Опять, что на Арахай, кто на Арахаме вот это прикрытие. Но я думаю, сейчас вот после вот этого уже удара наши генералы найдут в себе мужество наконец-то. Найдут в себе мужество и продолжат санкции Малюка-Буданова, продолжат сжечь российские нефтеперерабатывающие заводы и генерацию российскую. А уже как там было на самом деле, кто куда ходил, ну это уже может только догадываться. Була атака на Омський, так, нафтозавод, повідомляла про це російські ЗМІ, і повідомлялось про те, що площа пожежі там склала біля тисячі квадратних метрів, так, перепрошую, і повідомлялось про те, що попри це завод продовжив працювати у штатному режимі. Так це, ну, якби відповідь наша за ось ці атаки, які сьогодні Російська Федерація здійснила, чи це також планова робота? Да нет, ну я же об этом говорю, что пока у нас, по крайней мере, связаны руки были. То есть это, если работа была, работа либо казахов, они нам помогают однозначно. Ну это 2000 километров от Украины, это слишком далеко.
2000 километров от Украины, я думаю, это работа все-таки каких-то либо спецгрупп местных. У нас же серьезная поддержка есть в России. Причем довольно-таки мощное сопротивление сейчас. А мы уже тоже неоднократно с вами говорили и про ичкерцев, ингушей, дагестанцев, и бурят, башкир, татар, ну и так далее и тому подобное. Он как раз там по Казахстану. А там свои группы есть, которые могут выполнить подрыв или там взрыв прямо по месту. Я думаю, это их работа. Может быть, как-то с нашими спецслужбами завязано, но опять же, слишком были в последнее время, слишком заметно то, что мы остановились в работе по российской энергетике. Просто одномоментно стали, буквально уперлись, а это только про бабку. Потому, я думаю, вот в ближайшее время, это же быстро тоже не готовится, это не на раз, два, три. В ближайшее время, я думаю, опять должны наши генералы, еще раз повторюсь, скинуть эти оковы с себя, вспомнить о своей присяге, данной народу Украины, а не канцелярским крысам, и почитать, что там суверенитет, территориальная целостность на них висит, конкретно присяга народу Украины. Потому продолжайте работать по російським нефтяним і енергоструктурам. Міністр оборони наш Умєров говорить про те, що Україна готує відповідь Росії на сьогоднішні удари зброї власного виробництва. От ви, коли почули цю новину, можливо, вже її чули, Романе Григоровичу, про що перше подумали? Ну, мене завжди визиває сміх, ну така сразу не сміх, а така улыбка. Словосочетание министра обороны Умеров, но не тянет он на министра обороны. Ну, как я на балерину не тяну, но не тянет на министра обороны. Ну, вот никак. Потому давайте отвлеченно от этого человека. Ему уже давно не место в этой должности. Мы это уже видим прекрасно. Мы потеряли Донбасс из-за того, что у нас министр обороны считался Умеров. Мы просто потеряли, потому что туда не до поставки боеприпасов и так далее. Мы потеряли страну практически, создали из страны Украина, концлагерь Украина, потому что этот человек, Умеров, был инициатором того мобилизационного закона, так называемого, который привел к довольно-таки внутренним тяжелым последствиям, еще будут аукаться и аукаться. Потому с ним вот его лучше так за скобки выносить. Вообще с такого рода действий, ну, по крайней мере, для меня. Я его не вижу вообще в качестве министра обороны, больше там мешает. Там должен быть человек уровня, допустим, генерала Шапталы или генерала Залужного, генерала Наева. То есть вот это вот министр обороны. Можно было их как-то воспринимать. А вы посмотрите на Умерова, обнять и плакать. Это та же самая картина, как до этого было с этими Лешей золотыми яйцами, как его, Резниковым. Те же самые. У этого, может быть, уже не только яйца золотые, уже может что-то другое уже позолоченное. То есть есть эти проблемы с этими людьми, далекими от военного дела. И когда из уст этих людей, которые вообще дупля не отбивают в военной теме, у них нет базового образования, начинают не говорить о каких-то великих достижениях в военной теме. Ну, это смешно звучит, это как минимум, а в нашем реале, так сказать, иногда даже плакать хочется. Тут непонятно, туда или сюда. Потому проблема с Умеровым и с его восприятием как таковым. А то, что мы, допустим, на 11-й год войны, страна, которая в свое время строила ракеты, причем межконтинентальные, баллистические, наконец-то создала какую-то, опять же, никто ее не видел. Это как суслики, как F-16, как суслики. Их, они есть, но их не видно, или наоборот, их не видно, но они где-то есть. Та же самая и пока создание. Пока это пока разговоры. Работы как таковой нету. Когда сгорит 10 НПЗ от Поляныти, допустим, вот тогда будет понятно, что она стала, допустим, в производство выполнять эти задачи. А пока мы даже беспилотников создать там 100, россияне без проблем сотню шахедов создают и отправляют, а мы даже сотню бобров не можем создать и отправить. То есть мы же это видим. Там раз только как-то сподобились, отправили и выполнили какую-то задачу, и все. Потому и это как раз заслуга вот таких Умеровых, Арахамий, Умеровых, Подалеко, вот этой всей нечисти, Резниковых. Это тех, которых я почему их нечистью называю. Они для меня всегда будут нечистью после того, как они сдали в 22-м году Крым и мой Донбасс, наш Донбасс украинский. Они его сдали просто-напросто Путину, подписав
эти условия сдачи, и он до сих пор к ним всех склоняет. То есть, и это проблема, которую они принесли, и они в том числе, не только они, это канцелярские крысы. За ними стояли крысы канцелярские. То есть, вся эта вакханалия, которая зашла во власть, и она сдала практически все. А сейчас они там рассказывают, щеки надувают, что они что-то делают. Они делают все, чтобы, так сказать, не выиграли мы. Потому что понимают прекрасно, после уничтожения России за них же все возьмутся. И не убегит Умеров в свою Америку, где он там во Флориде, где там ему задница сейчас находится. Не убегит он туда, и оттуда выковыривают. Почему? Потому что сотни тысяч людей погибли из-за вот таких Умеровых, Арахами и так далее и тому подобное. З'явилася новина про те, що у разі застосування ядерної зброї населення забезпечить протигазами. Кабмін вніс поправки до постанови від 2002 року. Непрацюючи населення протигазами мають забезпечити місцеві адміністрації, працівників суб'єктів господарювання підприємства власним коштом. Чиновникам буде тут органи влади за рахунок держбюджету один протигаз на людину. Що все це означає і до чого ми готуємося? Ну, противогаз від ядерного взриву не защитить. Я не знаю, у кого это в голову такое пришло, интересная тема. Тут больше белая простыня защитит, наверное, но придется все равно ползти в сторону кладбища после ядерного взрыва. Потому, ну, вопрос такой, особенно по противогазам, я думаю, скорее всего, появилась какая-то фирма, которая пытается продать нашему Министерству обороны, нашему Кабмину противогазы, нажиться на этом. У них сейчас великая фишка появилась. Они без кассового разрыва ничего не покупают. Вот, и надо понимать, где этот кассовый разрыв по этим по поставкам противогаза. Лопаты бы еще лучше закупили в количестве 20 миллионов штук. Тоже можно было бы на черенках заработать. Немножко не так это все ко всему этому подходить надо. Противогаз против ядерного взрыва абсолютно никак не защитит. Потому тут другое. От ядерного взрыва защитит только единственное – превентивный удар. Вот это, от этого можно защитить, этим можно защитить от ядерного взрыва. Либо наличие, опять же, для превентивного удара, наличие у себя ядерного статуса, к чему надо стремиться. Вот лучше бы они деньги выделили не для закупки противогазов с кассовым разрывом, а деньги выделили для запуска программы восстановления ядерного потенциала. Роман Григорович, а що з вашої точки зору відбувається на кордоні України, так, з боку Білорусі? Повідомляється про те, що Білорусь знову туди стягує війська, в тому числі там присутні і ПВК «Вагнер». Київ вимагає відвести сили. МЗС каже, що ці навчання йдуть в безпосередній близькості від об'єкта атомної енергетики Чорнобильської АЕС. Білоруський ГАЮЗ тим часом повідомляє про те, що війська на кордоні не несуть ніякої загрози для України. Це знову ж таки, ну, про той психологічний тиск, чи тут все ж таки Путін може дотиснути Лукашенка, то й може спробувати відкрити новий фронт, а якщо так станеться, як тоді на ньому все це відобразиться? Это кто-то придумал какой-то информационный поток, чтобы просто побыть несколько дней во внимании, не более того. Что такое два батальона, переведенных с одного места в другое? Да это ничто абсолютно. Ну, там тысяча белорусов. Ну, два батальона, тысяча человек. Даже не полк, перебросили с одного места в другое, причем в сторону Гомеля, а это в основном как раз по направлению к Клинцам и Климовой Кунечи. Это Брянская область Российской Федерации, которую, ну, нам точно надо брать под контроль. Почему? Потому что это нефтепровод «Дружба» — это раз, надо там как раз доставать до этих вентилей и перекрывать этот канал. От нас это 40 километров. Ну, а эти же две трубы, там третья уходит на Услуг под Питер, а две трубы на Беларусь заходят. И вот они, скорее всего, пытаются как-то там где-то потоптаться. Мы сейчас говорим о тысяче всего двух батальонах, не более того. У нас армии полумиллионные воюют, потому, ну, что такое два батальона, это ни о чем. Ну, можно поговорить о том, что там Лукашенко где-то как-то принял какое-то решение, но я думаю, Лукашенко даже не в курсе. В этом смысле отрабатывают сами штабы, вооруженные силы, просто прикрывая какое-то из каких-то опасных направлений. Вот сейчас для белорусов может возникнуть направление опасное со стороны России, со стороны Брянской области. Брянская область России граничит с Гомельской областью Беларуси. И Климова, и Клинцы, и Унеча примерно. Это вот граница с Гомельской областью.
Романе Григоровичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, чи піде Індія на прохання Володимира Зеленського не купувати російську нафту? Да нет, конечно, конечно нет. Это так, разговор ни о чем, и не надо было моде сюда тянуть, негатив создавать и руки марать об моде, пока он не отмоется от обнимашек с Путиным, от слюней путинских, а ему мыться долго. Он от этой кармы вообще в этой жизни отмоется. А так как индийцы, они к карме так присматриваются, так он свою карму угробил навсегда моде, только тем, что... со зверем, который, на шее которого как минимум сотни тысяч убитых украинцев, он с ним вообще обнимался, рядом постоял. Таких людей близко к себе поступил. Это уже те, кто тянул Моди сюда, в Украину, и те, кто с ним здесь обнимался, тоже свою карму угробили. То есть с индийской стороны смотреть. Потому ни на что он не пойдет, а там завязки долгие. Причем дело ж не в Индии как таковой. Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которые перерабатывают российскую нефть, они принадлежат Сечину. Это российские заводы в Индии находятся. И как Моди их... Это ему надо полностью эти заводы национализировать, ну и так далее. Тому это не Индия берет. Это российский спрут уже растянулся на половину мира, а то и на весь мир. И сейчас им деваться некуда. Потому Моди надо принимать решение о национализации этих заводов. Но самое интересное, после национализации туда надо будет поставлять нефть. Российскую нефть брать нельзя. Значит, надо будет разговаривать с Катаром, Оманом, ну, с Ближним Востоком, как минимум, или с американцами. В том числе где-то надо будет брать нефть для того, чтобы заполнять. Это целый такой экономический срез, который у Моди мозгов не хватит его как-то запустить. Потому оптимальный вариант в этом смысле принимать решение по самой России. Но это надо принимать решение кому? Белому дому, то есть Европе, о том, чтобы признать Россию государственным спонсором терроризма, государственной террористической организацией. Вводить вторичные санкции, в том числе и на Индию, именно на Индию, на Китай вторичные санкции, для того, чтобы уже у них не покупать дизель, авиационный керосин и так далее и тому подобное. Только так можно отрезать. А Моди сам никуда не пойдет, он в этом смысле нуль без палочки. Великобритания может наважитися дати дозвіл Україні бити шторм Шедоу по Москві та Санкт-Петербургу? Дело в том, что британцы, наверное, и не против с самого начала были. Вмешался Белый дом, вмешался Байден, вмешался Обама. Как-то надавил через свои определенные моменты. Договоренности сработали с Москвой. И они, мягко скажем так, сильно попросили британцев не давать нам такой возможности. Пока у них эти договоренности не исчезнут. Исчезнут они после того, как исчезнет Обама. Вместе с Байденом. Ну, Байден уже, можно сказать, исчез. Время тут только осталось несколько месяцев. Вот пока не исчезнет Обама, эти договоренности будут и будут давить, в том числе на Лондон. И вот здесь большая проблема. У нас вот эта проблема, связанная с обамовской сворой, никуда она не делась. Она может еще мультиплицироваться через Харрис, если Харрис станет президентом, допустим, и будет выполнять, так сказать, условия этих договоренностей. То есть это еще будет определенный цикл на 4 года у нас этих проблем с Обамой. Потому сложно сейчас как-то спрогнозировать. Там может быть, конечно, поучаствовать наш генерал Залужный. Если он найдет те механизмы для принятия собственных решений, это возможно. Британская корона, она иногда принимала свои решения. От тоді ми можемо бачити розрішення прямої на використання Стомше. Угор кажуть, що сили оборони розробили план деокупації Криму та знищення Кримського мосту. Така час настав чи ще ні? Ну, ми слышали от Буданова о том, що в первом кварталі мост должен бути уже давно почить в Бозі. Ну, такое, простим генералу, не все от нього зависить. Дело в том, що Главное управління розвідки — это все-таки вспомогательная структура, то есть не основная. Основная — это генштаб. У нас сейчас за все отвечает генштаб и главком, главнокомандующий. То есть все эти вопросы к Сырскому.
Буданов поможет Сырскому, когда Сырский примет решение уничтожить этот мост. Я точно знаю, что раз генерал говорил, я имею в виду о Буданове, то, что в первом полугодии мост должен быть уничтожен, так это значит была готовность его уничтожить. Почему мост не уничтожен, это уже вопрос надо переадресовывать в Генштаб, именно непосредственно к генералу Сырскому, тем более надо его поздравить, он получил реально генерала, то есть согласно своей должности. И я думаю, раз говорит уже Буданов непосредственно о том, что есть план деоккупации Крыма, тем более уничтожения Керченского моста, а дело в том, что деоккупация Крыма без уничтожения Керченского моста практически невозможна. А деоккупировать Крым можно только тогда, когда он в режиме полуострова, в режиме оперативного окружения. Полуострова, то есть как минимум с нашей стороны, значит, надо перекрыть входы, выходы и дальше начинать деоккупацию с севера. А если у них будет мост работать, то это, ну, мягко скажем, не совсем уже остров будет после отрезания. Поэтому, я думаю, начало как раз деоккупации Крыма должно происходить с уничтожения Керченского моста. В этом смысле однозначно Буданов прав и подождем, просто надо дело время. Наша команда також доєднується до вітань Олександра Сирського. Роман Григоровичу, щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви розпочинаєте новий інформаційний тиждень на Фабриці новин та приділяєте свій час нашим глядачам, ділитесь своїми знаннями та порадами. Безмежно вам за це подяка. І давайте подякуємо нашим глядачам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Романа Григоровича буде вас чекати. Дякую. До свидання.